40% семей в Чувашии нуждаются в улучшении жилищных условий. Чтобы позволить себе новое жилье, нужно как минимум три благоприятных фактора. Достаточный доход семьи, адекватная стоимость квадратного метра и доступная ставка по ипотеке. Подробности далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. В Сбербанке новые процентные ставки по ипотеке называют беспрецедентными. Теперь купить квартиру как в новостройках, так и на вторичном рынке можно на выгодных условиях. Ставки на новые квартиры составят от 7,4%, на вторичное жилье от 8,9%. Специалисты Сбербанка отмечают, что в этом году спрос на ипотеку вырос. Мы рады тому, что оживился реально спрос на ипотеку, на покупку жилья со стороны населения. То есть мы видим практически 30-процентное повышение спроса. То есть у нас порядка 3400, даже больше, чем 3400 семей смогли приобрести квартиры с помощью Сбербанка в этом году. Сбербанк активно работает со всеми застройщиками Чебоксара, Новочебоксарска. Льготная ставка по ипотеке действует на квартиры в Новом Городе, в Кувшинке, Солнечном, Ясной Поляне, Радужном, Университете и в нескольких других микрорайонах. Очень волнует размер платежа, даже не столько ставка, сколько размер платежа, да, то есть возможность оформить кредит не на 7 лет, а на чуть более долгий срок. В этом случае ставка у нас будет 9,4 с использованием сервиса электронной регистрации и 9,5 без использования сервиса электронной регистрации. Вот. Если у нас обращается к нам молодая семья, вот для них ставка 8,9 на срок 30 лет. Специалисты Сбербанка подсчитали, что сейчас 32% семей предпочитают новостройки. Чтобы увеличить спрос, многие строительные компании предлагают новые квартиры уже с готовым ремонтом. Стоимость жилья увеличится ненамного, зато сразу можно взять потребительский кредит на покупку техники или мебели, или поехать в отпуск. Мы считаем, что ипотека – это двигатель целых нескольких отраслей в стране у нас. Это строительная отрасль, еще подтягивает за собой ряд других отраслей экономики. И очень важно поддерживать именно спрос людей на покупку жилья. С 1 августа Сбербанк запустил и акцию по потребительским кредитам с пониженными ставками. Ставка финансирования под поручительство друзей или родственников – 12,9%. Без обеспечения – 13,9% годовых. Эта акция действует для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей на срок до 2 лет включительно. В Сбербанке отмечают, что за оформление кредита не берется комиссия, а предложение по страхованию жизни не обязательное. Новые предложения позволяют на выгодных условиях осуществить все задуманные планы. Получить подробную консультацию по жилищному кредиту можно в любом офисе Сбербанка на территории Чувашии.